поблагодарить командование, личный состав сил специальных операций, ветеранов подразделения спецназначения за верность присяге, за безупречную службу во имя народа России и нашей великой Родины. Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса. Желаю удачи, успехов и всего самого доброго вам и вашим близким.